Всем добрый день, друзья, на связи Телегин Денис. В сегодняшнем видео мы будем устанавливать подоконник. Устанавливать мы его будем в однокомнатной квартире, и по этой квартире я снял уже достаточно много видео. Повторюсь, что в этой квартире мы ремонт делаем по индивидуальному дизайн-проекту. Концепция этого дизайна такова. У нас светлые крашеные стены и темное окно. То есть темное само окно, темные откосы и темный подоконник. Откосы мы будем штукатурить и красить. Многим не нравятся пластиковые откосы только из-за того, что они обрамляются по всему периметру уголком. И такой уголок действительно смотрится очень дешево, особенно в тех случаях, когда стены идут под покраску, как у нас. Подоконник пластиковый мы заменим на столешницу под цвет темного мрамора. Потому что даже крашеный цвет окна подоконник все равно остается крашеным пластиковым подоконником. Ну а столешница смотрится очень богато и внешне напоминает натуральный камень. Устанавливать подоконник мы будем на клей пену, потому что такая пена имеет меньшее расширение. В принципе, в установке сложного ничего нет, главное дать небольшой уклон в сторону комнаты, чтобы вода в виде конденсата или осадков при открытом окне не скапливалась возле рамы. Итак, друзья, я рассказал о том, как установить подоконник и столешницы. Нам останется дождаться, когда пена высохнет, удалить все излишки, и можно приступить к устройству откосов. Но это будет уже другое видео, а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.